Вас приветствует канал Данди Плей. Меня зовут Данил, и сегодня я начинаю проходить игру Destiny 2. Выбираю класс, и пускай это будет Титан. Персонализируем нашего главного героя. Пускай это будет человек. И по итогу у меня получился вот такой вот главный персонаж, вот такая вот внешность. Мы нарекли его странником. Его прибытие изменило нас навсегда. Мы воздвигли города на Марсе и Венере. Меркурий превратился в цветущий сад. Продолжительность жизни выросла втрое. Это было время чудес. Мы вглядывались в галактику, зная, что нам начертано судьбой когда-нибудь ступить под свет других звезд. Но у странника был враг. Тьма, что миллиарды лет охотилась на него в черных безднах космоса. Спустя столетия после начала Золотого века эта тьма нашла нас. И так наступил конец всему. Но он же стал и началом. Страж, проснись, Страж. Сработало, я тебя оживил. Не представляешь, сколько я тебя искал. Я призрак. Ну, то есть теперь твой призрак. А ты долгое время был мертв, так что очень многое тебе будет непонятно. Это территория падших. Тут небезопасно. Нужно доставить тебя в город. Замри. Не бойся, я все еще здесь. Нам нужно двигаться. Скорее. Так, новая цель. Двигаться в город. Выйти на космодром. Это старый космодром. Космический порт русских. Он на карантине и довольно опасен. Но пройти дальше мы сможем только через эту стену. И у нас появился друг по имени Призрак. Он нас информирует. Мы его слышим прямо у нас я в голове. Я должен вернуть тебя в город. Для этого нам нужен корабль. Но сначала нужно найти тебе оружие. Пошли. Отлично, я думаю, что нам призрак в любом случае поможет. Надеюсь, не предаст.
Не хочется в это верить. Будем надеяться на лучшее. Мы рискуем, но давай раздобудем больше света. Древняя военная система? Есть. Изношенные провода и ржавчина? Есть. Стоит тронуть этот переключатель, жди беды. Не нравится мне это, бой не нравится. Они явно не рады нас видеть. Так, еще бы. Хватай ее. Вот вижу винтовку. Отлично, беру оружие. И я готов стрелять. Я вернул тебя в мир живых не просто так. Ты же Титан, а значит, ты боец. Будь готов, ведь мы глубоко в тылу врага. И новое задание, пробраться через пролом. Сейчас здесь должна быть атака. Опа. Так, ну я, в принципе, был к этому готов. Давай сейчас заглянем сюда, что здесь, и... Очень страшно. Ух ты ж, сзади. Хорошо, ушел. Не отвлекайся. Если датчик мигнет, опасность рядом. Предложили нам бросить гранату, чем я, в принципе, и воспользовался. И слот для гранаты, в принципе, сейчас восполняется. Нельзя сейчас пока что пользоваться постоянно гранатами. Ну, пока поработаем огнестрелом. В принципе, от гранаты есть толк. Вещь достаточно мощная. Ну и ближний бой. Добиваем. Падшие, сборщики боеприпасов. Пираты с другой планеты, копающиеся в останках человечества. К слову о пиратах. Вон тайник с добычей. Давай посмотрим, что внутри. Энергетическое оружие, упрямый дуб. Нужно не забывать про эти тайники. Там очень приятный полезный лут должен быть. Так, прячется. Иди сюда. Ух, здесь вас много. Хорошо. Про падших нам призрак рассказал. В принципе, мы имеем представление, кто это и что это. Пока много информации нам... на много информации не стоит рассчитывать. Это все будет делаться поэтапно. Ну, примерно такой... формат информации, которую мы получили в начале, меня устраивает. Мало не покажется. Так, ну давай, сейчас должна восполниться ячейка гранат. Так, и нам предлагают воспользоваться суперсилой. Посмотрим, что это такое. Потрясающе. Оба, а вот здесь сейчас надо будет отруливать. Есть у нас граната. Но данный персонаж, по-моему, отрулил. Твой свет силен, страж. Это так. Давай сейчас повнимательней. Так, и кто-то здесь еще вроде как находится, нет? Ну и слава богу, никого нету. Посмотрим, что здесь. Вроде бы и ничего и нету. Хорошо, направляемся в ту сторону. Продолжай движение. Я попытаюсь найти корабль, на котором можно улететь домой. Это что такое? Прикольная вещь. Но воспользоваться не могу. Так, ну вижу падших. Начинаем атаку. Внимание. Отряд рейдеров падших. Все немного хуже, чем я думал. Будет высадка.
И к нам добавились игроки другие. Вон их метки. Они где-то там. Давай поможем им. Ну, надеюсь, они помогут нам тоже. Так, давай сейчас истребим всех маленьких злобных, так скажем, врагов в виде вот этих ботов. Ну и там огромный, так скажем, персонаж. Даже не знаю сейчас, как с ним бороться. Он действительно огромный. Хорошо. Я заметил, что если стрелять вот в эти части, чтоб тебя, в эти части ног, вон, выбивается очень много. То есть следует вывод, что надо по этим ногам ему стрелять. Так, да чтоб тебя, задолбал ты. Иди сюда. Продолжай сражаться. Я ищу корабли поблизости. Повторяю, это Шоу Хан. Операция авангарда провалена. Меня отрезали от моей группы. Они из последнего года. Шоу, где ты? Мы можем помочь. Кэс, Мэй, если вы меня слышите, координаты места встречи. Какие-то помехи. Не думаю, что он нас слышал, но я понял, где он. Отлично. Все, покойся с миром, танк-паук. Сейчас мы тебя добьем. Давай эту часть целиться. Вот и все. И теперь разберемся с остальными падшими. На тебе, по хребту. Воу-воу-воу-воу, заряжайся быстрее. Так, и посмотрим, какое оружие у меня еще есть. Это дробовик. В принципе, тоже интересная вещь. Полезная. В кое-каких моментах. Так, можно забрать добычу. Забираем кристаллы. И здесь я вот кое-что видел. Опа, ребятки. Да чтоб тебя. Сразу сосредоточились на других игроках, да? Меня из поля зрения потеряли, все, сразу же. Так, ну давай сейчас найдем источник сигнала. Наверное, это в эту зону надо идти. Ух ты ж. Осторожно, главное не упасть. Высоко слишком. Так, а что здесь? Ничего интересного, давай тогда сюда. Бежим уже от этих падших. Надоедливые они. Как занозы на пятой точке. Блин. Опа. Привет. Дроны. Ну и сами падшие. Уносим. Все быстренько делаем. Ближний контакт. И ушел. Отлично. Слава свету. Не думал, что здесь патрулируют и другие стражи. Слушай, моя боевая группа пропала. Мне нужна помощь. И... А, ты только что из могилы, да? Мы приняли сигнал тревоги и хотим помочь. Смело. Люблю храбрецов. Но задание сложновато для первого дня. К тому же я не успел как следует просканировать периметр, и теперь... Нужно побыстрее найти свою группу, иначе искать будет некого. Не высовывайся. Я доставлю тебя в город после... Я же добрался до сюда. И хочу помочь. Понятно. Никто не хочет оставаться в стороне. Сила стражей в единстве. Разве не так? Точь-в-точь команда разовала. Ну ладно. Приготовься. Будет жарко, но мы прорвемся. Главное,
Делай все, как я скажу. Мы не подведем. Следуй за мной. Так, и нам предлагали залезть в инвентарь, посмотреть, что здесь. Давай я сейчас забегу все-таки сюда, посмотрим. Ну, понятно, здесь, нажимая на Y на геймпаде, в принципе, можно прокачивать и вверх, и низ, и руки, и ноги. Все это, в принципе, понятно, ясно. И еще можно в подклассе титанов в меню покровителя смотреть... способности наши, да, здесь можно выбирать способности, соответственно, также их прокачивать. Здесь еще есть аспекты. Много ячеек у нас пустых. Здесь бы, точнее, все они пусты, по-моему, да? Вот. Так что есть над чем работать. Будет сугубо глубокая прокачка. Также есть и прокачка по оружию. Есть подробная информация. Какие характеристики и тому подобное. Ну хорошо. В этом шкафчике оружие. Скорее всего, получше, чем у тебя. Хватай его и иди ко мне. Давай возьмем. Шумиха. Кинетическое оружие. Так, у нас возобновилась суперспособность. Возобновилась ячейка также по гранатам. Очень хорошо. Так, здесь приседаем. Тут помехи. Мой сканер не работает. Возможно, придется все делать старым дедовским способом. Провожу анализ. Источник помех найден. Давайте его проверим. Так, здесь мы можем посмотреть текущие цели. Нам надо найти источник. Вон они. Падшие уже там наверху. Я там их, конечно, испугал. Отгони так немножечко. Да, сейчас отгоню. Да, и у нас есть также способность прыгать вот так высоко. Как будто такая, знаешь, антигравитация. Да что ты? Подведи меня поближе к этой антенне. Ну что, пробуем взломать? Здесь использована техника, украденная из города. Она и глушит твой сканер. Падшие обожают возиться со старым хламом. Опыта у них в этих делах хватает. Подожди минуту, сейчас я все починю. Хорошо, давай, призрак, чини. Не подпускай их, пока я не закончу работу. Ну и, конечно же, да, надо будет отбиваться. Не все так просто, как хотелось бы. Ну и вот новые клиенты созрели. Здесь я кидаю гранату. Ну и все. Ничего сложного. Хотя нет, вот и дроны. Дроны и падшие. То есть второй корабль их подвез. А вот так тебе. Надо же, только один взорвался. Хотя там взрывной волной можно было бы цепануть и других. Ну да, здесь скорее всего так они и будут. Черт. Сигналы боевой группы пропали, а последние известные точки очень далеко друг от друга. Если они разделились, значит дела пошли совсем скверно. Я разыщу Кэса, а ты найди Мэйв. Высылаю координаты. Так, ну нам надо идти на другой источник, да, я так понимаю? Не один здесь терминал. Ну и ладно. Воспользуемся суперпрыжком. Побежим уже. Надо найти Мэйв. Легенды гласят, что когда-то падшие были любимчиками странника. Но что-то произошло. Странник покинул их, и это привело к гибели их цивилизации. Они проделали такой путь, надеясь вернуть утраченное.
или отнять его у нас. Кладбище самолетов, космодром. Так, повернем сюда. Ой. Правильно, правильно, здесь можно воспользоваться щукой. Давай посмотрим. Кого щука? Вау. Отлично. Ну и вот ускорение. Летим сюда. Так, ну выше я подняться, наверное, не могу. Хотя нет, можно здесь. Похоже, что падшие не хотят пускать нас внутрь. Или выпускать что-то наружу. В старой России есть штуки и похуже драгов падших. Давай проверим панель управления. Посмотрим. Заблокировано с помощью адаптивного шифрования. Тут понадобятся ключи. Возможно, они есть у падших мародеров. Ну что, будем получать коды доступа. Гоу на метку. И ускоримся. Здесь можно пострелять. Взрывать. Так, ну метка здесь. Вижу какого-то крутого дрона. И вроде он такой, знаешь, серьезный, малый. Поэтому я решил слезть с нашей щуки. Как-то так, секунду. Так, ну отлично. Один ключ есть. Нужно еще два. Очередная метка. 33% по кодам. Здесь я слезу. И кину вот эту штуку. Она реально эффективна. Так, ну что, ребятки, давай вот так тогда, если вы не хотите по-хорошему. Так, нам надо сюда подойти. С того шара выпал электрический заряд. Я его беру. И закидываю сюда. Ну, дальше загружаем. 67% взлома. Ну и разберемся с этими парнями. Не думаю, что здесь будет сложно. Так, ну и против тебя давай попробую дробовик. Отлично. Вот это очень хорошо. Эффективно, да. Ну а с тобой вернемся на наше автоматическое оружие. Против тебя хорошо все получается. Берем заряд. Вносим его сюда. Ну и загружаем. Теперь у нас есть все ключи. Наконец я смогу взломать код. Ну, потрясающе. И тут у нас припаркованные свеженькие щуки. Они не дымят, не парят, не горят. Как моя вот эта вот щучка. Вот пускай она там остается, а мы возьмем новую. И поднимемся снова туда. Ускоримся. И нам сказали, что вроде как защита от того, кто там находится.
включаем электрополе и посмотрим, кто же там находится. Кого они боятся? Прав насчет барьера. Падшие сдерживали улей. Значит, мы в беде. Поторопитесь. Ну давай. Поторопимся. Это мощный поток энергии молнии. Не знаю, что его создает, но через него не пробиться даже телепортом. У нас загорелся фонарик. Весенно темно. Улей. Вау, 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 вау. Так они отсюда телепортировались, что ли? Так, давай, ладно, сюда пойдем. Вроде их выбили, тех ребят. Тьма душит мой свет. Лунный комплекс. И призрак пока не с нами здесь. Его глушат. И вот здесь можно офигенно повоевать. Что я непременно делаю. Просто с первого удара выношу. Там еще пару ребят находится, вижу. Ну и какой-то большой здоровяк здесь нарисовался. Видимо, босс. Кто, рыцарь? Ну давай, рыцарь. Да фиг тебе. Источник сигнала моих совсем недалеко. А он совсем здесь уже, да? Нет. Так, ну и снова. Суперсила. Может, в ее призраке еще остался свет? Да, я ее убил. Уже? Ну давай смотрим. Шоу, прости. Мы опоздали. Почему? Я тоже. Кэс. Я добрался до него слишком поздно. Там была могущественная колдунья Улья. Мы пытались. Вы не виноваты. Вы сделали все, что могли. Мы забрали останки призрака Мэйв. Она была бы вам благодарна. Вы можете просто... Просто возвращайтесь в лагерь, пока колдунья не вернулась. Ну, пойдем в лагерь, поговорим с Шоу Ханом. И да, можно быстро переместиться. Ну вот, я понимаю, Шоу Хан здесь. Тут уже другие игроки к нему за помощью, так скажем, человечество не обратились. Сдается, поговорим и мы. Даже у света есть предел. Иногда вернуться уже нельзя. Ты видел могущественную колдунью Улья по имени Навота? Не думал, что здесь столько улья. Стоило подготовиться. А сейчас уже поздно. Мэйв и Кэс знали, на что идут. В память о них надо закончить это дело. Неподалеку в закрытой камере находится сверхпроводник, артефакт Золотого века. Авангард утверждает, что его можно превратить в оружие. Проблема в том, что сверхпроводник переполняет энергия молнии. Замок не то, что не взломать. К нему не подобраться. Должен быть способ. Что-то мне подсказывает, что наши соседи-падшие разбираются в местной инфраструктуре. Это задание моей боевой группы. Теперь они твои. Потряси дерево, посмотрим, что упадет. Возрождение стража. Шоу скорбит о своей боевой группе. Но у него есть задание, его нужно выполнить. Ну что, отлично, тогда выбираем. И выбираем первый контракт. Это контракт космодрома. Уничтожайте противников на космодроме. Берем. Рукой подать контракт космодрому. Уничтожайте противников на космодроме в ближнем бою или с помощью добивающих приемов. Берем. И также стоит уничтожать противников с помощью кинетического оружия. Выбираем.
Ну и все. Добрый путь. Теперь для нас мир открыт.